Количество быстрорастущих компаний в Башкортостане в 2020 году достигло 1500. Это на 12% больше, чем годом ранее. Таковы результаты исследования уфимского филиала Финн-университета при правительстве. Большинство быстрорастущих компаний – это микропредприятия из сфер торговли, строительства и обрабатывающих производств. Из 1500 393 показали высокий рост выручки, добавленной стоимости и чистых активов. По словам экспертов, это говорит о том, что такие предприятия не только решают свои текущие задачи, но и инвестируют в развитие, набирают новый персонал, расширяют производство. Так, за один год быстрорастущие компании республики создали почти 11 тысяч новых рабочих мест. Их совокупная выручка увеличилась на 31 миллиард рублей. При этом списки таких предприятий 2018 и 2020 годов совпали на 20%. Это значит, что каждое пятое предприятие, которое ранее демонстрировало высокие показатели, повторило свой успех уже через два года.